Глава республики Егор Борисов на консультативной комиссии Госсовета России сегодня представит опыт проведения отчетов органов исполнительной власти региона перед населением. Напомним, что практику отчетов ввел первый президент республики Михаил Николаев. Тогда это было обусловлено временем. В сложный период необходима была прямая связь с населением. На сегодня Якутия единственный субъект, который ведет такую практику. Егор Борисов неоднократно отмечал, что в своей деятельности опирается на мнение населения, акцентирует внимание на проблемах людей. Для этого проводятся различные социологические опросы, регулярные встречи главы с населением. Кроме того, по указанию главы республики уже второй год по актуальным и проблемным вопросам, поступившим в ходе отчетов, подписывается соглашение между правительством Якутии и муниципальными образованиями.